Феникс, здорово. Что за мышка такая? Logitech G502X. Она у нас только на сегодняшнем стриме будет. Поэтому есть шанс посмотреть, что тут Logitech наделали. Но он какой-то был мега приглушенный звук в трёхе. MP7. Калаш теперь еще. А я вот калаша у меня вообще не было слышно. Вообще ноль. Убил на третьем, спускаюсь на первый. На втором одного убил, а еще вдали есть пристроя. Понял. Да, пристроя стоит. Металл, ко мне поднялся. Магазин. Убил меня. Ранил его? Не мог, не сильно, возможно, очень много. Еще. Хотя вот труп на третьем. Да, 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 пятеро минус получается. Все, больше никого не будет, счет. А ты с чем была? МП7? Или калаш? А, калаш. У него чья-то МП7, значит. Редизайн легендарной мыши от Logitech 502. В Таркове еще есть подобная моделька мыши на столах, там на некоторых лежит. Вот это вот старая, а вот это новая, типа редизайн. То есть все то же самое, только вот немножко отличается, чуть-чуть отличия есть. Я вот просто прокручиваю колесико, видите? Ну вот обратите внимание на лифтик у папки справа, как он двигается, видите? То есть вот каждая прокрутка... Вот он едет как бы на одну прокрутку вниз. Теперь можно нажать вот так. И сделать вот так. Служивый! Какого черта ты здесь шумишь? Мышка называется. Просто один раз вот так вниз. А, нихера, вот почему долго умирал. Бронежилетка у него тут. Ты шифтуешь к медичке? Я бегу, да.
Ты где? Я лутаю типа своего. Далха, я пойдем под разменчик. А тут ППХ, подожди, убитая. Так. Есть еще один. Двое. Выбежали из-под плаката, к воде идут. Убил двоих. Трое было! Убил троих! О! Все нормально. Да? Нет, еще есть. Еще одного убил. Да так. У тебя там что, рассадник, что ли? Ты их там, не знаю, плодишь? Пятый есть. У тебя улей? Улей, да. Так, пятого не наблюдаю. А я дам? Ты только говоришь, короче, двоих убил, я разворачиваюсь иду обратно. Потом говоришь, а нет, третий, я иду к тебе. Потом говоришь, убил, я разворачиваюсь иду обратно. Я так вот... По кому? Не знаю. Ставил. В принципе, да, бомж ставил. За 5000 покупали аккаунты? А, ой, под лэпом слева, под лэпом слева. Нам не надо будет покупать арену. Это у кого не топовый, я нет. Я буду ржать себе. У кого не топовый, а, тем надо будет. Бил. Не, это да, это как бы я слышала. Я просто говорю про то, что я бы очень сильно поржала, если все-таки пришлось бы покупать. Потому что якобы это будет отдельно. Нет, они же сразу предполагалось продажа, типа, DLC, так сказать. Да, я помню, да. Такое. Которых уже 5 лет нет, помню, что-то не помню. Наверное, нет, все-таки DLC, наверное, после релиза уже выпускают, чтобы контент не, ну, расширить. Да. Бежит жулик, сори. Эй! Пока! Ты тоже пока. Пиздец какой-то. Вообще жесть. Нафиг он в кустах сидел, он дурак. О, керасе! Пацан готов. Снайпер, не надо. Блять, попадет от меня слишком. Подъезде у меня оба. А, да? Понял. Thank you.
Блять, там еще. Любители глушителей, да? Читак, что ли, опять? Ёпта. Я магазин потерял. Что такое? Мне прям в стену. Прям в стену стреляют, через вагоны по мне стреляют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, штаны, бля, наставил на заборе. Интересно, вот разработчики когда сделали таких боссов, и боссы по ним начали стрелять через бетонную стройку, вагоны. И такие, найс, оставим так, пожалуй, оставим так. Выглядит нормально. Кажется, они так примерно сказали. Похвалили такие, еще такой по спине похлопал типа, который написал эту логику боссам, типа. Молодец. Пойдет. Ремнабор вынесли. Он 800 тысяч стоит, поэтому неплохо. Есть кто-то у нас. И еще кто-то есть. Летит там толпа, носится по вторым этажам. Все топы перебрал, обожал Logitech, но Razer побили ее, к сожалению. А на Logitech колесико ломается. Уже который раз. Не то, что ломается, оно... Ты крутишь его вверх, оно крутит тебе вниз. Вверх, вниз, вверх, вот так. Они, походу, в квартиру ушли. Нет, на первом этаже у меня как будто по звуку. Можно было бы, знаете, закрыть дверь, достать гранату, из гранаты в руке открыть дверь. Но, по-моему, же нельзя, да? Да, видите, вот он не может, блядь, этой рукой открыть дверь. Слишком это нереалистично, потому что... А игра-то реалистичная, но про реализм. Он что, на улицу вообще ушел? Там дверь открыта. Он, походу, убежал, ребят. Ладно. Очень-то и хотелось. Так.
Блин, багари, конечно. Слишком большой, у меня места не хватит его выносить. Каска. А ну давай. Функция есть зачистить с гранатой? Да, эта функция есть сначала, когда только игра появилась. Само собой, она не работает. Нет. Нельзя так. Кто-то бежит вот там. Много. Вот это регистрация попаданий. Ну, а чё, так нельзя вот было сегодня? Пару рейдов назад порегать хорошо. Где я только уносить весь этот лут буду, я не знаю. Чё-то. У меня фонарик на заднице? Нет. Сейчас как снайпер даст, ваншот голова глаза. Будет прикольно. Так, редут. И место. Чат. Ну, М-ка топ. Надо брать. А куда? Брать некуда. Чат, зачем я не застраховал вещи? Лев, сколько стоит лев? Он стоит 120 тысяч за 6 слотов. Правильно? Правильно. 54 дня у меня на одной батарейке она держалась. Посмотрим, сколько это продержится. Некоторые еще утяжеляют мышку. Да, на некоторых мышках есть эти грузики, считай, все дела. Но супер легкая мне тоже вот не нравится. Чтобы прям совсем легкая она была. У меня вот от хайперов мышь. Хасти называется. Вот такая. Ну, то есть вся, видите, с дырочками. Сквозная. Она очень легкая. 52 или 54 грамма весит. Я вот с ней, к ней вообще не мог привыкнуть сначала. Из-за того, что она очень легкая. То есть просто в руке не ощущается она. Хотелось, типа, что-то потяжелее. Как говорил этот один персонаж в фильме, вес — это надежно. Razer попса. Я тоже так думал, но видишь, вот смотри, Razer. Ни подсветок, ни всяких там финтифлюшечек. Вот то, что мне надо было. Понимаешь? Вот, вот такой Razer, ну, мне нравится. Все работает строго, скромно. Батарейку никакие подсветки лишние не хавают. Все, отлично. То, что нужно. По сути, у мышки не только те факторы, которые ты перечислил. Вес еще тоже может кого-то волновать. Наличие макросов. То есть, чем больше кнопок кому-то, тем лучше, например. Может, кому-то нравится тупо подсветка красивая. Может, он себе напихал в корпус подсветок. Поставил корпус на стол. У него там клавиатура вся с подсветками. И он хочет мышку тоже все с подсветками. А какая-то фирма, например, не предлагает линейки подобных мышек с подсветкой. Ну, очень много факторов. Главное, чтобы было удобно. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже в выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.